данного мероприятия называется «Здравоохранение для всех». Все лечебно-профилактические учреждения районов и городов Республики Таджикистан сегодня оказывают бесплатную помощь обратившемуся населению. Население уже знает, что в этот день может встретиться с тем, кому трудно попасть в рабочее время, с самыми главными специалистами по всей отрасли. Вот здесь можно встретиться и получить нужную консультацию. У нас в республике уже не первый год Министерство здравоохранения организовывает прием бесплатный больных. Люди имеют возможность обратиться к опытным специалистам, и все в одном месте. Всемирный день здоровья. Вот я пришел на эту выставку, чтобы посмотреть на новшества этих лекарств и заодно обратиться к лучшим специалистам республики, чтобы поправить свое здоровье. Спасибо за организаторам этого выставки.